ikkunasta sitten. No niin, mä pidän kiinni. Täällä saa. No niin, lukee. Ja mä siellä on pysty. Toi tuuli vähän seka. Ну, Лукас тоже придет завтра. Уже упаковался. Лукас будет самым главным у нас. Да. Надо большой мешок искать. Куда Лукаса положить? А ты все снег ходить. В магазин его не ходить. Ну, Ли. Так, лекарства получаются все в одной сумке, шприц. Секрет. Следить. Так. Ну вот, я смотри, как у нас. Целая сумка. Возьму. Да? Вот так вот упаковали. Да, упаковали. Все хорошо. Папа, тебе майонез несут. Ага. Кушать с собой, да? Да. А бутерброды папа хочет. А. Салатики и бутерброды. Эти уже можно вечером готовы сделать. И сразу уже машину, я знаю. Папе майонез необходим. Смотри, ложись туда. Пускай папа майонезом питается. Больница. Это бутерброда. Да тебе-то зачем майонез? Смотри, они в больницу ложат майонез. Больницу ложат. Я, мама, потом я хочу кушать. Питание с собой, правильно? Ой. Так, это зарядное устройство нужно взять, да? Мы возьмем зарядное устройство, папе положим в его чемодан. Сколько ты там накладываешь? Папа сказал, две только нужно с собой взять. Давай сюда поставим.
Вот там кружечка. Сейчас папа кружечку принесет. Да, подожди, воздух будет. Где у тебя там краник? Ищи, где кран. Где кран? Где будем воздух искать? Где кран? Да, ты сам все хочешь. Давай, давай, нажимай. Вот, умничка, вот, умничка. Уру, молодец. Теперь мама поставит. Где кран? Ищи, где кран? Где краник открыть надо? Покажи. Лукас, где краник? Давай, посмотри. Вот здесь вот краник у тебя, смотри. Давай, сюда. Да, сейчас мы воздух выпустим. Ой, молодец, ты. Где у нас воздух у тебя, смотри. Давай посмотрим, сколько здесь воздуха. Сейчас мы его выпустим. Это тогда можно убрать. Две баночки возьмем. Ну, возьми три. Возьмем три есть, два. Так. Ага. А другая поменьше калорий в миллилитре, 0,76. Потому что я думаю, после наркоза ему будет тяжело такое переваривать. Вот, завтра мы еще коляску с собой положим. Ой. Машину заранее. Что утром в 9:30 нам нужно быть уже в больнице. Отсюда 40. Папа пойдет. Отсюда 40 километров ехать. Что такое? Давай, ручку. 40 километров нам будет в больнице. Машина, садиги. Что нам еще надо? Вспоминай, Лукас, что тебе надо? Игрушки нам дадут там, наверное. Сейчас, не знаю, сейчас... Не-не-не, ничего, это что? Ничего не мы дадут. Даже не хочем. Это свои возьмем. Да. Какие игрушки ты хочешь с собой взять, Лукас? Какую-то это питание. Машину. Какую-то машину. Это питание. По что питание? Нужно тоже сумка тогда. Еще одна сумка. Раз, два, три. Самое важное, мы ее на зарядку поставим, пускай заряжается на ночь. Это 4. Это 5. Это 6. 6. Это 7. Это 7. А вот от этой сумки я знаю, что. Пойду искать. Сейчас, мы сюда тысяч. Не нашла. Алло. Нашла. А, еще сатураты в микро. Сатураты тоже, да, да. 8. 8 сумку. И еще. Сумка тоже. Компьютер еще. Ну, компьютер. Ну да, что там еще делать? Вот, нашла. Два в одном. Значит, вот сюда пойдет этот. Вот этот цеп пойдет аппарат. Да, Лукас? А его пойдет сюда. Поставим. Сейчас мы не будем ставить, потому что нам еще нужно поспать. А сюда пойдет этот сатурацию мерить. Ну, в кроватке. Так что будет столько сумок. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. 10 сумок. Да. Главное, ничего не забудь. И Лукас еще. И Лукас. И игрушки. Игрушки еще один сумку. Ну, мы много не будем брать. Возьмем, на что он играет. Телефончик какой-нибудь. Мама найдет сейчас. Машину. Машинку. Пару, две. Две машинки. После этого он спит, придет после этого и спит до вечера. После операции, да, ему будет не до игр. Но все равно, пускай будет на следующий. Ну, на следующее утро. А во что ты возьмешь так, что ли? Потому что посмотри, как хорошо ребенок придумал. И все, главное, закрывается. Ты гений. Во! Супер! Тяжело, правда? Куда папа свою поставит? Папа поставит тогда в пакет свои бутерброды, да, скажи? Мое? Да, мое питание важнее. И вообще, папа, вот, майонез. Питайся майонезом. Майонез. В больнице 100% все закрыто. Домашний. И столовая там очень закрыта. Из-за этого. Ну вот, теперь уже все упаковано.
все готово. Да. Все вещи, которые надо взять с собой. Положила игрушек Лукасу поиграть. Одежду, которую мы оденем. Вот такой набор. Папа пойдет с коляской, положит все в коляску. И это, надеюсь, только на одну ночь. Да, Лукас? Да, с собой все возьмем. Только не надо распаковывать. Да. Сейчас пойдем поспим и утром поедем в больницу. Поедем, Лукас? Да, умничка.